Любая помощь неоценима. В условиях пандемии волонтеры и благотворители помогают врачам, пенсионерам, многодетным, людям с ограниченными возможностями. Среди мер поддержки – обеспечение продовольственными наборами. 19 тысяч пакетов с продуктами подготовили участники благотворительной программы «Магнит Забота». Очень рада, что вы заботитесь о нас, приходите, не забывайте. Будем ждать всегда вас. В наборе продукты длительного хранения – макароны, мука, масло, консервы, чай, сладости. Продуктовые посылки формируют волонтеры фонда «Русь», а адресатам их доставляют сотрудники социальной защиты. Безусловно, подобная акция является достаточно положительным примером для многих торговых сетей, которые бы также, безусловно, мы призываем включаться в подобную акцию для того, чтобы решать вопросы поддержки жителей региона и оказывать им некую помощь в той сложной жизненной ситуации, в которой они сталкиваются. За время действия программы в районы области доставили больше 2000 наборов для жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.